здесь музей столов. Я вам потом 5 копеек. Что? Если ты потом занесешь, то тогда. Можешь туда зайти, посмотреть. Thank you.
Только если не в городские. У вас вообще-то тоже, да? Нет, я знал, что есть. Не позвали, а мы можем позвать. У меня это окошко. А уже поздно, я пришел. Ну ладно, хорошо, мы не надо уехать. Я уже видел. Пойдем. Они же совсем другие.
ПМЗ. Железная? Сразу захотелось выдохнуть, да, еще раз. 1400 километров. Воздуха нет, дышать нечем, подвеска жесткая, орет как сатана, пока едет. Как продумал? Сиденье, соответственно, пошло. Ну, чтобы это вот для меня, это 4 лет сиденья, по сути. Потом понятно. То есть это нормально. Вот они. Любители ретро. Наши дети. Сейчас, постойте, сейчас.
А, страх. Обалдеть. Это фильм, ну, помнишь, у нас вот такое вот там Спасибо.